я и помираю. Буквально. 8 марта есть 8 марта. Муж, конечно, не оставил меня без цветов. Ой, какая прелесть. Напоздравляли меня. Вы посмотрите, какая красота. Маркиз, что ты делаешь? Смотрите, какая красотища. А за окном снег. За окном снег, а у меня бело-красные розы. Тюльпаны. Красота. Муж нашел в себе силы, пошел и к маме. Мама поздравил, Кристину с собой взял. Все поздравлены. Ой, красота, не могу. Знаете, наверное, муж говорит, что они пахнут, но я ничего не чувствую. Ничего не чувствую. Ни одна наша мамочка сегодня не осталась без цветов. И старшая доченька, и младшая доченька, и старшая жена. Или, ой, нет, единственная. Вот, а наша тетя Анечка золотая, наша вторая мамочка, прислала еще нам подарочек. Сказано это всем девочкам. Серьезные ж у нас девочки. Бренди с шоколадом. Я за эту девочку. Ой, правда всем, смотрите, всем девчонкам. Ой-ой-ой-ой-ой. А это ликер этот вишневый. А эх, жаль, ну Кристине-то это нет, конечно, а так вообще здорово. Ой, это надо всем передать, а только-только от Сандры. Смотрите, ой, надо маме передать. Здорово, спасибо, тетя Ань, спасибо, спасибо. У нас есть праздничный тортик. Взбитые сливки с клубникой. Муж принес и тортик, и все у нас есть. Ура! Праздник полную катушку. Я даже выползла на кухню, мне лучше. Несмотря на все препоны, мы все-таки добили это 8 марта. Бедный мужчинам так тяжело, я представляю, объездить всех мамочек, всех доченек. Так, хихикалка, садись кушать. Доброе утро, мои хорошие. Доброе 9 марта утро, мои любимые. Терем ми кошт. Знаете, что самое хорошее в празднике? Не сам праздник, а следующий день. Я дико извиняюсь за свой дикий, страшный вид. Но, мужчины, вы правильно писали. Болезнь болезнью. А праздника никто не отменял. Правильно? Правильно. Я надеюсь, что у вас у всех замечательно прошел этот наш женский чудесный день. Мне иногда кажется, что мне лучше, особенно при виде торта. Торта. Ой, не кричите только. Знаю, знаю, торта. Знаете, какими волнами. То лучше, то хуже. В общем, вчера муж с Кристиной поздравили всех мамочек, всех нас поздравили, и Сандрочку поздравили. В общем, чтобы никого не заразить, на всякий случай, они пока здоровы, но вдруг, да, чтобы не перенести там вирус или что там у меня, не поймешь, они в масках,
на минутку. Так лучше. 8 марта вот так, а 9 уже на Бикрин должно быть. Они из лифта буквально протягивали руку с цветами. Муж, потом Кристина, оба в масках, и сразу удалялись. Чтоб, не дай бог, заразить или еще что-то. Мы Сандру попросили вообще спуститься к подъезду. Оба в масках, на улице. Снег. Папа с розами. И Кристина, сестренка, с тюльпанами. Потом поехали к Васиной маме. Там поздравили. Точно в таком же варианте. Открывается лифт, протягивается рука, дарится вам букет и все. Ну, у всех девочек 8 марта должны быть цветочки. Вот. Что муж вчера был герой. С Кристиной. Сандра говорит, как два гномика. Среди снега суетятся. Бегают, раздают тюльпанчики. Розы. А. Торт великолепный. Ну, так вот. 9 марта. И вообще, следующий любой праздник, на праздничный день, потом, вот это самое вкусное, самое хорошее, когда уже этой суеты нету, волнения нету, уже просто можно наслаждаться жизнью. Лопать торт. У меня, кажется, аппетит появился. Угу. Ничего, я поправлюсь. Так сказать, не дождетесь. Видок у меня, конечно, страшный, я понимаю. Вы уж меня извините, идеальные люди. В общем, это я так коротенько хотела выйти. А главное, я хотела поблагодарить вас всех за прекрасные комментарии. За прекрасные пожелания всей нашей семье, всем нашим девочкам с 8 марта. Это было так приятно лежать через сопли, через слезы, читать ваши прекрасные комментарии, прекрасные пожелания и выздоровления, и с праздником 8 марта. Я была очень тронута. Или тронутая. Неважно. В общем, я очень-очень благодарна всем вам. Так приятно было. Я всех очень люблю. Всех обнимаю. Вы у меня самые лучшие. Я вас всех очень люблю. А сейчас я доем торт. Пойду еще немножко доболею. Я постараюсь. Ну, может быть, в течение нескольких дней хоть как-то так прийти в себя и продолжать вести влоги. Сегодня вот такой коротенький. Как у нас это вчера так, с моего взгляда, смутно все было. И показаться вам, что я еще пока живая, вы знаете, так. Ничего. Муж мне заваривает потрясающий чай. Муж такие чаи заваривает, лечебные. Ну, он так называет их. Там, в общем, лимон, травы, шиповник, там, ну, всякого. И потом туда еще меда, малинового варенья. И у него, знаете, какая оптимальная температура вот этого питья, как я всегда удивляюсь. Вот он не горячий, он не холодный, он такой вот, ух, просто прелесть. О, слышали? Кто-то говорил, что могут заразиться коты. Маркиз чихнул. Господи, не дай бог. Маркиз, не болей. А, в общем, вот такой короткий выпуск. Я постаралась выйти. Желаю вам всем хорошего настроения, любоваться цветочками, которые вам подарили на 8 марта. Радоваться жизни, радоваться тому, что идет весна. Гнать от себя негатив, злобность всякую. Она просто вернется вам 100 раз. Зачем вам это надо? Улыбайтесь. Сейте позитив вокруг, тогда все будет хорошо.
До следующего видео. Может, даже завтра, Бог его знает. Пока-пока, мои хорошие. Я так обнимаю вас всех крепко-крепко.